на эту сцену импровизированную выйдет гость фестиваля «Легенд рока», именно гость фестиваля, почетный гость, почетный пенсионер известного движения в свое время известного как «Веселые ребята». Он сказал, что не надо веселые ребята, он сейчас грустный. Но он вечно веселый. Я, кстати, вам хочу представить нешуточного человека, друзья мои. На эту сцену в сапогах и в пробуксовке вечно юный, вечно молодой и вечно в хорошем настроении выходит заслуженный артист России Александр Добрынин, друзья мои, прошу любить и жаловать. Где аплодисменты? Правильно сказал заслуженный. Здорово, Саня. Когда я увидел впервые этого человека, видел я его в своей жизни много раз, но первый раз меня особенно порадовала наша с ним встреча. Тогда еще видеомагнитофоны были большой редкостью. И когда мне Александр показывал свой любимый трек под названием, я не помню как, но «I can dance», он показывал, как... «I can dance». Именно так это и было. Именно так ты маршировал вместе с Филом Коллинсом и говорил, что вот этот лысый чувак в джинсах с оттянутыми коленками и есть мой кумир. Я сказал: «Саня, у тебя хороший вкус». Хотя я мог бы быть и послан в одно место, потому что я значительно моложе, чем Александр. Незначительно, хотел сказать, моложе. Но имеется в виду, я не работал в таких веселых коллективах, как Genesis и так далее. Ты будешь умничать опять, как 100 лет назад, да? Как тебя с самолета до сих пор еще не выкинули? Ты же гастролер, Сань. Мы летели сейчас буквально с Камчатки, Боинг 767. Да, привет авиакомпании, да, там Аэрофлот, да? Аэрофлот, совершенно. Терминал Д. Вы говорите: «Александр, все, проспали. Водки нет?» Я не пью. Жратва плохая, честно говоря, плохая. Ну, ерунда, конечно. Пластиковые куриные ножки, как у фантоцца. Да. Капа приземлились, еще посадка была плохая, кстати. Резина не зимняя у самолета, как обычно, да? Ну что за безобразие? Ну так нормально, вроде как приземлились, да? Ну, судя потому, что ты успел к нам сегодня на нашу «Легенду рока» в качестве почетного гостя. Это вообще говорит о том, что все хорошо. Кителек, разрешите, генерал, мой генерал, разрешите ваш кителек прикрутить в одно место. Хорошее. Yes, IBHSS. Скажи, пожалуйста, это вот мне напоминает, кстати, такой сюртучок генерала... Какого генерала-то? С историей ты не знаешь. Колчака, дружище. С историей-то мы знакомы. Ну что, ты порадуешь нас сегодня своим золотым голосом 90-х? Естественно, я еще вот хочу под пианино спеть. Ты микрофон туда засунь, в смысле, в нормальном смысле, а я спою «Ноук», вот и «Ладзе». А в ненормальном смысле это как? Подсоветую сначала, как в ненормальном. Пойдем, пошли. Пойдем. Сейчас будет живое исполнение самого живого в мире человека, который говорит: «Я не знаю, что такое фонограмма. Мне ее не передавали». Да, ну что ж, да. Попросим Вячеслава Клинова поработать стоечкой от микрофона. Чтоб рояль дал нам. Так кто будет держать микрофон? Слышно рояль, да? Громче говори, вот здесь слышно рояль. Да я спою. Ничего, что ты спиной к публике. Ревер. Close the light in front of the lights. No be having on the lines. We can fly beam from the day. Walking chiming on the blow. When light beam from the lies. You can rub in from the side. I can in the free, can in the peace to say. No blibing from the lies. On blibing, on being twice, oh. We can ride in from the day. No be from being on the blow. We can ride in from the lies. I hand in love in from the lies.
Canada Freeze, the Canada Freeze, it's I. Ну что ты сегодня нам споешь, порадуешь чем нам? А первая песня пойдет «Пустыня», старая песня. Кстати, между прочим, ее уже перепели все, кроме меня. Браво. И все поют песню Саши Добрынина. Уже Светку Соколову перепели, Рыжего Клоуна перепели, и все перепели. Ну как перепели там? «Между нами пустыня!» Никто же не понят. Итак, «Пустыня»! Базара нет. Ревер! Однажды песчаный берег был пустынен и высок. Мы долго рядом шли, испытывая жажду, но не было воды, но не было воды, кругом один песок. Ирония судьбы. Нам солнце улыбалось, и в то же время жгло лучом наискосок. А мы искали тень, но нам не удавалось найти хоть лицо, кругом один песок. Между нами пустыня, очень грустный пейзаж. Так суровые силы, от него сердце стынет. Наша встреча мираж. Горьким взглядом окинем путь придуманный наш. Между нами пустыня, наше счастье — мираж. Ирония судьбы, мы жизнь с тобою вместе, от счастья находясь почти на волосок. Мы жгли свои костры, и в них сгорали вести. Куда ни оглянись, кругом один песок. Между нами пустыня, очень грустный пейзаж. Суровые зимы, от него сердце стынет. Наша встреча — мираж. Горьким взглядом окинем путь придуманный наш. Между нами пустыня, наше счастье — мираж. Где руки? Hey!
твой грустный пейзаж. Как суровые зимы, от него сердце стынет, наша встреча мираж. Горьким взглядом осилен путь придуманный наш. Между нами пустыня, наше счастье мираж. Поникли лютики, а ты прощения не попросил. Браво, прощения. Александр Добрынин, друзья мои! Сразу вопрос на засыпку старым рокера-поп-рокерам и рок-попперам. Скажи, пожалуйста, Саня, вот когда ты кричишь «Эй-эй-эй», что ты имеешь в виду? Вот сейчас бы уже дети спросили у тебя, что вы имеете в виду, когда кричите «Эй-эй-эй»? Я люблю девушку, и я всегда там «Эй-эй-эй»! А ревера нет, между прочим. Это потому, что ты «Эй-эй-эй» кричишь не так. А Коллинз орёт там «Они все орут «О-о-эй-эй»! И что теперь я?» Нет, я всегда... Не, мне... трёшь, да, у меня это вторая линия, знаешь. Как Декаршканян там, да. Вторая линия. Неслась. Для ваших детей. Дай побольше мощности. Еще. Вот она. Пойдем потанцуем. А что вы боитесь? Пойдем танцевать. Шапито огнями яркими в ночи горит. Только мне совсем не весело сейчас. Я стою, в руках сжимая рыжий свой парик. На манеж мне выходить последний раз. Играют трубы в унисон, и слышу я со всех сторон. Эй! Рыжий, 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 а ну-ка, рассмеши. Высокий на мини-диск. Рыжий, 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 как хочет малыши. Но парик сниму я, качая, качая головой. Раньше был я рыжий, а теперь седой. Раньше был я рыжий, а теперь седой. Высоких! Еще! Рыжий! Почему, ну почему меня не слышит зал? Все кричат, чтоб снова я надел парик. Я могу, да только жизнь не повернешь назад. Вам смешно, а я уже почти старик. Но свет пока что не погас, так дай-ка душ последний раз. Ну! Рыжий, 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 а ну-ка, рассмеши. Рыжий, 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 как хочешь.
хочет, как хочет малыши. Но пари сниму я, качая, качая головой. А раньше был я рыжий, а теперь седой. Раньше был я рыжий, а теперь седой. Эй, рыжий! А ну-ка, рассмеши. Ха-ха-ха. Рыжий, 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 как хочет малыши. Но парик сниму я, качая, качая головой. Ой! Раньше был я рыжий, а теперь седой. Раньше был я рыжий, а теперь седой. Саня, не плачь! Песня посвящена Анатолию Чубайсу, а ваши аплодисменты! Ну что ж, ты не пробовал на дне рождения его это исполнить песню? Нет. Кстати, Чубайс, он такой хороший. Тебя ожидал бы хороший подарок, внучек. Да, конечно. Вы же мне квартиру подарил еще, пятикомнатную, и газа побольше. Да я что-то не понял. Топиться, топиться. Кто-то сегодня пошутил, говорит, это старая фишка армянского радио, знаете, да? Если газопровод смешать с водопроводом, что получится? Получится не херовая газированная вода, боржоми. Ну что ж, друзья, Саня, я, знаешь, что хочу тебе сказать? У нас немножко съезжает по времени, я хотел бы, чтобы ты во втором отделении еще спел мне пару песен, но только сейчас я хотел, чтобы ты за... Что ты сломал микрофон? Тебе вот ничего нельзя домать. А что ты без микрофона так говоришь? Ну-ка, говори в микрофон. У нас... Момент. Всегда вот выключаешь этот ревер там? Ай. Да, я предлагаю все-таки Светку Соколову, да? То есть мы сейчас Александра поддержим, да? А есть ли в этом зале Светы? Старая шутка, да? А Соколова есть? Тоже нету. И такой ведущий не знает, чему делать. Ну тогда Александр Добрынин, Светка Соколова. Ты как Песков. Понеслась? Мой Боря Моисеев пошел потом. А ты стул-то зачем взял? Эй! Вспомни молодость, друзья! Знаешь, как надо ее встать? 22 года! Эй! Что ли в ней?
столовой. На пластинце моей розовые розы я дарю ей снова. В память наших школьных, в память наших школьных дней. Давай, давай, давай! Розовые розы с ветки соколовой. Светки соколовой. Одноклассницы моей розовые розы я дарю ей снова. Память нашей школы, память наших школьных дней. Александр Добрынин, друзья мои, заслуженный артист России. Аплодисменты. Спасибо, Саня. Мы увидим тебя чуть-чуть попозже, в следующем отделении. Да, конечно. Ты как заслуженный должен отдохнуть чуть-чуть, потому что тебе надо обязательно сейчас принять кофе. Правильно я говорю?